Короче, я прочекал про пиковую даму. Все, что вам нужно, это зеркало и игральная карта пиковой дамы. Берете карту и кладете ее на зеркало. Затем красной помадой рисуете дверь и говорите: «Пиковая дама, яви себя». И так три раза. «Пиковая дама, яви себя». Ну что? Зря вы с подобными вещами шутите. Мальчишки разыграли нас, чтобы напугать. На моей руке какая-то хрень. Лекарств от злых духов и одержимости не существует. Должен же быть другой выход. Ты должна мне доверять.